Депутаты окружного совета депутатов Татьяна Одинцова, Вячеслав Киреев, Михаил Солнцев, Станислав Улитин, Андрей Яцишин и исполнительный секретарь Одинцовского отделения «Единой России» Лариса Андреева проверили качество уборки снега возле социальных объектов в Одинцово. После затяжного снегопада службы и подрядные организации города работают в усиленном режиме и уделяют дополнительное внимание вывозу снега с дорог, тротуаров и общественных пространств. Вопросы к их работе у проверяющих не возникли.